Здравствуйте, дорогие друзья! Сделаем большой додекаэдр. Симпатичная моделька. Делается с помощью коллекционного журнала «Волшебные грани». Его можно приобрести на сайте многогранники.ру. В этом журнале уже все детали сделаны. Их только надо извлечь из общего картона и склеить с помощью клея. Клей я беру ПВА усиленный, строительный. Быстрее сохнет, крепче схватывается. Перелил в маленький дозатор, чтобы было удобно наносить на детали. И затем промазываю и склеиваю. К примеру, если мы делаем кусудами обычные, не сильно сложные модели, то все равно их делать сложнее, чем делать вот такие модели. Потому что здесь каждый модуль надо сначала расчертить, вырезать, сложить и только затем складывать. А здесь можно сразу детали достать, согнуть и склеивать. Получается этот додекаэдр большой, как из фигуры икосаэдра. Икоса в переводе с греческого на русский 20, 20 граней у него. Точно так же он может получиться из додекаэдра. Вот такая фигура. В журнале рассказано, как она преобразовывается. Давайте начнем. Уровень сложности старт. На этой странице рассказывается о Кеплере, который обнаружил, что с помощью звездчатых многоугольников можно сделать звездчатые многогранники. Вот эта схема сборки нашего многогранника, подготовительная работа и листы картона, из которого мы будем доставать заготовки. Три листа. На этой странице идет описание большого додекаэдра, как он преобразовывается из додекаэдра и икосаэдра. Получается одна и та же фигура. За счет усечения сторон. Достанем заготовки. Здесь у нас лепестки приделаны двумя точками. Их отрываем спокойно. А вот эти лицевые надо отрывать аккуратно, потому что они будут видны. И мы их потом будем еще ножницами подрезать. Вот эти аккуратно вынимаем с лицевых сторон. Из картона все детали достал. Лицевые стороны необходимо теперь подготовить. Вот эти у нас заусенки, надо их пообрезать ножницами. Места крепления. А вот эти лепестки, они будут внутри, видно, ничего не будет, их не трогаем. Только лицевые части подрезаем. Модули пообрезал. Вот эти модули, которые с дополнительными лепестками B, их у нас 6 штук, отложим пока в сторону, 1, 2, 3, 4, 5, 6, пока с ними ничего делать не будем, а эти загибаем. Сначала вот это у нас линия наружная, а вот эта стрелка показывает на меня, это значит она загибается в эту сторону. Загибаем, здесь следим за уголочком, чтобы он был остренький. На другую сторону то же самое, загибаем на себя. Модуль готов. И точно так же все загибаем вот эти части. Модули все согнул. Склеиваем. Берем два модуля. И соединяем. Вот здесь место склейки будет. Убираем лишний клей с помощью ватки, смоченной водой. И насухо протираем сухой ватой, чтобы не было разводов. Приклеиваем третий модуль. Здесь легко по лепесткам ориентироваться.
Приклеиваем следующий модуль сюда. Следующий модуль приклеиваем сюда и так идем по кругу. Соединяем вместе вот этот лепесток и этот модуль. И получается он 1, 2, 3, 4, 5 граней. Соединим. Сюда модуль приклеим. Продолжаем дальше. У нас здесь 1, 2, 3. Надо 5, чтобы было. Сюда достраиваем. Один, два, три, четыре. Еще добавляем пятый сюда, чтобы был. Один, два, три, четыре, пять. Соединяем вместе.
сюда вставим один, два, три, четыре, пять граней. Соединяем вместе. Один, два, три, четыре, пять. Соединяем вместе. Отлично. Сюда вставляем модуль. Вот эти все модули 3, 4. Они как раз у нас достроятся вот здесь. Отлично. Здесь у нас 1, 2, 3, 4. Надо 5. Дособираем здесь звезду.
И вот этот последний модуль наш сюда вставляем. Треугольник наш застегиваем. И получается у нас одинаковая сверху фигура. Раз, два, три, четыре, пять. А, еще и вот этот соединим. Ну, давайте сразу соединим его. И вот этот последний модуль вставляем сюда. У нас осталось здесь необходимо вставить следующий лепесток, который у нас осталось 6. Раз, два, три, четыре. Мы берем этот один из шести, подготавливаем его. И вклеиваем вот сюда. Отлично. Затем берем 5 деталей, которые у нас остались. Одну откладываем. 1, 2, 3, 4. И у этих 4 обрезаем по одному лепестку B. Точно так же эти 4 детали подготавливаем. Четыре модуля согнуты. И будем вклеивать сюда в свободные места. Здесь у нас 2 пока пусть будут. Сюда приклеим. Соединим вот эти 5 граней получилось. Еще у меня вот 5 граней готово. Сейчас и это соединим. И вот этот модуль вставляем сюда. И как раз у нас остается здесь соединяется. И последний модуль будет здесь.
Отлично. Берем следующий модуль, и у нас получилось, что вот этот лепесток лишние, два мы их обрезаем, или вот эти, допустим, два обрежем. Приклеим к этому лепестку. И приклеим сразу к двум лепесткам. Большой додекаэдр готов. Осталось немножко протереть грани, вот эти внутренние, от клея. Желательно делать в тот же день сборки, пока клей еще полностью не высох. И протрем все вот эти излишки клея, уберем их. И сразу надо грань протирать сухой ватой, чтобы не оставалось разводов. И так полностью его можно протереть. Вот у нас и получился большой додекаэдр. Спасибо большое, что смотрели. Спасибо за внимание. С вами был Жигулев Алексей. Подписывайтесь на канал. До скорой встречи. Пока! В следующем видео сделаем додекаэдр. Интересная моделька. Делается он с помощью коллекционного журнала «Волшебные грани» номер 2. Додекаэдр, это можно перевести с греческого 12-12-гранник. У него 12 граней, еще раз по 12.